прижимаем четвертую струну на втором ладу средним пальцем и вторую струну на первом ладу указательным пальцем. Играем пятую и первую вместе. Затем играем четвертую. После этого третью, вторую вместе. Затем мы бьем большим пальцем по деке гитары. В оригинале бьется средним или безымянным вот в это место. Можно и средним, и безымянным. Но мне удобнее бить большим. Идем дальше. Поднимаем указательные средние пальцы, прижимаем первую струну на пятом ладу и первую струну на третьем ладу, безымянным и указательным пальцем. Играем первую на пятом, затем безымянным пальцем сдергиваем первую, затем первую сдергиваем указательным пальцем. Идем дальше. Прижимаем вторую струну на третьем ладу безымянным пальцем. Играем ее. Затем безымянный палец ставим через струну на четвертую струну третий лад. И прижимаем шестую струну большим пальцем на первом ладу и вторую струну указательным пальцем на первом ладу. Играем шестую вместе со второй. Затем играем четвертую. После этого играем третью открытую. Далее мы оставляем пальцы на месте. Бьем средним пальцем по третьей струне, второму ладу. И в этот же момент, когда мы бьем средним пальцем по третьей струне, мы бьем большим пальцем по деке, правой рукой. Затем оставляем пальцы на месте, играем вторую, прижатую на первую. Затем прижимаем мизинцем вторую струну на третьем ладу, играем ее. Мизинец оставляем на месте, поднимаем указательный, средний, безымянный. Безымянный ставим на шестую струну, третий лад. И играем. Шестая, четвертая, третья. И снова бьем большим пальцем правой руки по деке. Первая фраза с самого начала. Вторая фраза. Прижимаем вторую струну на пятом ладу безымянным пальцем. Играем ее. И не убирая давление со струны, скользим до восьмого лада по второй струне.
Затем играем первую открытую. После этого поднимаем безымянный палец, прижимаем шестую струну на восьмом ладу указательным пальцем, играем ее. Затем удерживаю указательный палец на шестой струне, играем натуральный флажолет на третьей струне, двенадцатом ладу, мизинцем. Затем играем натуральный флажолет на второй и первой струне, также мизинцем, на 12-м ладу. После этого бьем большим пальцем по деке. Идем дальше. Указательным пальцем переезжаем по шестой струне до седьмого лада. Играем шестую на седьмом. Затем играем третью, вторую, открытые. И скользим по шестой струне, не убирая давления, до третьего лада. Вторая фраза с самого начала. Первая и вторая фраза вместе. Далее первая фраза повторяется. Третья фраза. Играем вторую открытую. Затем прижимаем четвертую, третью струну на втором ладу, средним и безымянным пальцем. Играем четвертую, третью вместе. После этого оставляем пальцы на месте. Играем пятую, четвертую, третью, вторую. Затем бьем большим пальцем по шестой струне, можно по шестой и пятой. После этого поднимаем все пальцы, делаем подтяжку второй струны на восьмом ладу. Прижимаем вторую на восьмом безымянным пальцем, вторую на седьмом средним и вторую на шестом указательным пальцем. Большим пальцем упираемся сюда, чтобы создалось вот такое вот движение. И мы подтягиваем, делаем подтяжку не пальцами, а вот таким вот движением, кистью. Третья фраза с самого начала. Первая и третья фраза вместе. Затем мы повторяем в следующем порядке. Первая фраза, вторая фраза, первая фраза. Четвертая фраза. Играем вторую открытую, затем прижимаем четвертую, третью струну
средним и безымянным пальцем на втором ладу. Играем четвертую, третью вместе. Затем играем пятая открытая, четвертая, третья, вторая открытая. Затем указательным пальцем бьем по второй струне первым ладу. И тем же временем бьем большим пальцем правой руки по деке. Затем сдергиваем указательным пальцем вторую струну. Затем играем третью, четвертую. Четвертая фраза с самого начала. Первая и четвертая фраза вместе. Чтобы легче запомнить, в каком порядке играются фразы, их очередность я напишу в описании под видео. На сегодня все. Увидимся в следующих видео.